это оружие. И... Легендарка, да ладно! Всем привет, с вами Давид. И сегодня мы с вами откроем 7 наборов, бесплатных наборов в Apex, которые я получил за боевой пропуск 3-го сезона. Вот почему-то я думал, что вот все наборы, которые подсвечены белым, полностью разукрашены цветом в черной рамке и с категории редкий, будут даваться в боевом пропуске полностью бесплатно. То есть, насколько мне известно, тут всего 9 может наборов таких типа, ну, типа таких выбить. А, вот, то есть, 2 я хотел открыть, чтобы всего накопить 8 наборов, открыть на видео 8 наборов и оставить еще один, чтобы потом, когда появится новый боевой пропуск, я выбил еще 9 наборов, и у меня в суммарно получилось 10, чтобы открыть и сделать там... на набор больше. Но, увы и ах, нет, нет, ребят, это пипец полный, потому что набор не дали мне, не дали. Значит, все-таки здесь не все наборы белые, такие разукрашенные, бесплатные. И большинство из этих наборов должен получать за донат. То есть ты донатишь, покупаешь боевой пропуск и получаешь все, что в нем имеется, прокачивая его, вот, до максимального уровня, прокачивая боевого пропуска, получишь все вещи из боевого пропуска. Вот, значит, 7 наборов, попробуем сегодня испытать удачу счастливого числа. Так, ну что ж, первый набор пошел. Что нам выпадет? Нет, тут нету легендар. Блин. Обидно. Блин, у меня нету скина на миротворца. Это первый скин. Ну, в принципе, пусть ладно, пусть будет. Кристаллы. Во, кристаллы, это хорошо. Кристаллы, это хорошо. Блин, нету легендарки. Опять падает голубое что-то. Нари 45. Ну, кстати... Кстати, тоже нету скина у меня Нари 45, поэтому новый скин не помешает на это оружие. И... Легендарка, да ладно! Обалдеть! Обалдеть! Легендарка, ребята! Казнь на Октейна! Круто! Обалдеть! Погнали! Блин, падает! О! Скин на Крабер! Ну и не... У меня есть покруче скин на Крабер. Блин, кристаллы падают. Вот это тоже хорошо. Кристаллы тоже хорошо. И опять голубой. Предмет редкий. У нас Спитфайр есть скин покруче, поэтому я не буду менять. Редкий, рамка. Баннер, каустик. Давай поставим. Второй набор пошел. Две. Две голубые у нас. Штучки. Что тут скажешь? Я свое дело люблю. Ну ладно, давай поставим. На ищейку есть скин покруче. Последний набор. Ну я доволен. Я доволен. Открытие удалось. Мне выпало сегодня, получается, одна легендарка. Вот это классный скин. Я поставлю на флотлайн. Вот это классный эпический скин. Что ж, ребята, у меня на этом все. С вами был Давид. Спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем удачи, до новых встреч. Не забывайте подписываться на канал, делиться этим видео и каналом моим с друзьями. Всем пока.